закончим нашу программу молитвой. О Святой Руси, о том, чтобы Господь помог нам. Давайте помолимся. Пройти этот этап. Господи, Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, сего бра не хотящий, ополчившийся на Святую Русь, чающий разделите и погубите единый народ и я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силу Твою победу, верным чадом Твоим, а единстве русские церкви ревнующим поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави, запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же из церкви живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащей, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди. Крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи. Алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в Тя веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах святые Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Якода едиными усты, единым сердцем исповемыся Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты будешь и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Спасибо большое, отец Дмитрий. Спасибо.